Марьям Маркарян, но через год уже стану студентом. Да, мы посещаем храм, иногда с семьей, иногда даже одна. И хочу сказать, что наша сила в нашем вере, в храме. Вот. К сожалению, мы не можем так посещать храм наш Хазанчисоц, который в городе Шуши. Но я с именем моего народа хочу благодарить вам за такую безопасность. Это очень хорошо, что мы можем безопасно посещать наш храм и молиться нашему Богу. И мы из-за этого очень благодарны вам, в первую очередь, миротворцам всем, вашему народу и во главе Владимира Владимировича Путина. Мы и наш народ вообще очень благодарны вашим услугам.